Все ли выводы канализации в частном доме можно выводить в септик или биостанцию? Конечно же нет, и в первую очередь это касается, к примеру, сливного технического аварийного трапа из котельного помещения. Многие допускают ошибку и выводят его в септик и сталкиваются после этого с двумя проблемами. Как правило, технический аварийный трап в котельной практически никогда не используется. То есть он используется при необходимости слить систему, что необходимо делать очень редко. И если вы не сливаете систему, этот трап пересыхает и из канализации всегда будет вонять. И все его просто берут и затыкают какой-нибудь тряпкой. Второй момент — это если вам в аварийном случае, в аварийном режиме нужно будет слить систему отопления, а там залит антифриз, то вы просто погубите вашу биостанцию и все бактерии, которые там живут.